Всем доброго времени суток. Продолжаем делать обзоры на трансляцию с Самвела. Много поднималось там тем, я решила начать с такой, как у Эдика и Гульнас «Сильная любовь». Ну, не конкретно, конечно, мы про них будем говорить, а в принципе о любви. Севка посмеялся, ему это показалось очень смешным, что Гульнас и Эдик сильно любят друг друга. Сильно ли, слабо ли? Бог его знает чужая семья потемки. Но, по большому счету, когда Гульнас попала в аварию, очень много писали Эдику, что «Как ты заботишься о жене? Сколько ты всего для нее делаешь?» И Эдик говорил, а что тут такого? Обычное дело. И тогда женщины стали делиться в комментариях, что нет. Он зачитывал это все и говорил, что, серьезно? Вас муж бросил? Да, были такие женщины, которые писали, что я попала в аварию, или э, была операция, я стала инвалидом, или просто заболела, и муж слинял. Действительно, очень много таких бывает историй. Но Эдик остался, Эдик помогал Гульнас, Гульнас помогает Эдику. Э, осталась ли там какая-то прям э, любовь и, и то? опять же таки, кто как понимает это слово. Севка дальше рассказывал, что он подразумевает под этим словом, поэтому что там у них, что там между ними и что между вообще в каждой семье, между людьми происходит, любовь это или не любовь. Итак, что такое любовь? Для меня, например, слова – это продукты дешевый. Очень легко сказать человеку ⁇ Я тебя люблю ⁇ Все. Это, это проще пари на репы. Сказал и сказал. Не надо прилагать никаких усилий. Ничего не нужно делать. Просто произнести. Поэтому я и говорю ⁇ Слова ⁇ продукт дешевый. А вот поступок ⁇ он уже требует усилий. Можно не говорить, что ты любишь человека, но... Что такое любовь лично для меня? Для меня любовь ⁇ это забота прежде всего. Это когда интересы любимого человека ставишь выше собственных. Когда тебе что-то неудобно или тебе что-то не нравится, но в угоду любимому человеку, ты где-то промолчал, где-то на что-то закрыл глаза. И забота. Забота, забота и забота. Неважно, в чем она проявляется. То есть, если ты знаешь, что, например, что-то ты сделаешь, и это будет во благо, на пользу любимому человеку, а тебе это очень неудобно, например, невыгодно даже. Но ты все равно это делаешь с расчетом на то, что порадуешь его любимого человека. А для севки любить это значит смотреть в одну сторону. Ну, опять же таки, ну как понять в одну сторону? Вот в какую именно сторону он смотрел со своей витальянской <свят> коломбиной? Куда смотрел Коля? Коля смотрел на карточку. В Севкин карман. Севка тоже, получается, смотрит в свой карман. А в принципе, да, он так и сказал, что для меня важнее всего в этой жизни ⁇ это деньги. Деньги, деньги, деньги. Значит, сходится. Они действительно смотрят в одну сторону. Вообще, по большому счету, да, шутка шутка хотя это не шутка. Вот какие между ними могут быть общие цели и стремления в жизни? На мой взгляд, они абсолютно разные люди. Я не могу их представить даже в роли друзей. Но о чем говорить с, вот с этой Коломбиной? О чем? Поддержать диалог не может. Что-то рассказать? Пусть даже просто рассказать, уже не говоря о том, чтобы что-то умное пофилософствовать. Вот Севка, в принципе, любит такие вещи. Да, у него такой специфический на все взгляд, специфический уклад <мышленно> мыслей, как он все это озвучивает и представляет. Но однако же, по крайней мере, хоть что-то у него есть. А у Николеты... Там, по-моему, вообще ничего. Просто знаете: бренды, тряпочки, э, купить джинсики, купить курточку очередную, красивую. И на этом все. Ну и покушать еще. Мне недавно прислали видео Сократ. Уже две с половиной тысячи лет не утихают споры вокруг этого вопроса, кого спасать, если горит дом, жену или ребенка. Я не знаю, слышали вы это или нет, читали, не читали, но мне вот интересно было бы и этот вопрос здесь с вами, скажем так, обсудить. И Сократ ответил, что он выбрал бы свою жену. Ну там он уточнил молодую жену. То есть вместе с ней они еще нарожают детей. Да, говорит, мы погорюем, но мы будем вместе. А если, говорит, я спас бы ребенка, то все были бы несчастны. Был бы несчастен я, был бы несчастен ребенок. Этот ребенок постоянно, говорит, мне напоминал бы о том, что я спас его, но не смог спасти свою жену. И ребенок был бы несчастен еще по той причине, что я бы, говорит, женился еще раз, и мачеха вряд ли бы любила бы моего ребенка, как его любила бы родная мать. И он бы лишился, скажем так, да, братьев и сестер. Ну, так он жизни лишился по-любому. Ну, и очень многие стали говорить, что нет, в любом случае мы спасаем ребенка, и все. Вот ребенка, ребенка, ребенка. И он пришел к себе на работу, спросил у сотрудников, туда же подключился и начальник. И только один уже пожилой мужчина сказал, что я бы тоже выбрал свою жену. Да, у нас трое детей, да, они нам помогают, они меня любят, и мы их, конечно же, любим, но... Дети – это гости в нашей жизни, и дети – это отрезанный ломоть, и они разлетелись, как бы вылетели из гнезда, и на этом все. А со своей женой я вот до сих пор доживаю, скажем так, свои последние остатки жизни. Поэтому, говорит, я бы выбрал Жену, а не детей. Сложный, конечно, вопрос очень трудно э, решить, потому что все зависит, мне кажется, от отношений. И какого-то однозначного ответа для каждого человека, для всех семей, например, нет. И всех под одну гребенку не расчешешь. Э, смотрите, например, если в отношениях в семье не очень да, складываются, Зачем будет мужчина спасать жену, которая и так ему опостылила? Ну, возможно, ребенка он любит. Ребенок уже, скажем так, в возрасте. Много, да, нюансов. Он спасет. А бывают семьи, когда ребенок погибает, и муж с женой не могут далее оставаться вместе. Они начинают обвинять друг друга, и они расходятся. И такое тоже бывает. Поэтому, не знаю, мне интересно, конечно, послушать ваше мнение наверняка они разделятся кто то скажет ребенка кто то скажет э, любимого человека но ну, и опять я честно сказать не очень люблю такие вопросы потому что ну, желательно быть спасать все таки двоих сразу ну как, как такая ситуация может сложиться что одного спасаешь а другого нет очень сложно я думаю что большинство конечно выберет своих собственных детей потому что скажет ну Сколько было таких случаев? Живут-живут вместе, а потом что по итогу? Муж либо уходит, либо жена уходит, а ну, дети, скажем так, остаются навсегда. Далее Севка говорил, что любовь это рациональное отношение, там грамотное планирование семьи и жизни в принципе. Интересно слушать от него такие рассуждения. Кому как не Севки знать о том вообще, какая жизнь ожидает незапланированных, и я бы даже добавила от себя, нелюбимых детей, нежеланных детей. Как бы он, конечно, не рассказывал о своем счастливом детстве, но проскальзывает иногда слова, по которым все становится на свои места. Еще Севка сказала, что очень правильно, что мать никого не любила. Она просто жила и на этом все. По большому счету, я бы сказала, что ТВшка и себя-то особо не любила, потому что она выбирала вот таких вот людей, вот таких сожителей себе, алкаша. Но женщина, которая себя любит и уважает, она не будет. Сожительство, даже не то, что замуж выходить, она сожительствовать не станет вот с пьющим человеком. Причем настолько опустившимся. Ну, просто алкоголик, который пьет и валяется. То есть, эта женщина, она не уважает даже саму себя. Ей все равно, по большому счету, кто с ней рядом лежит. То ли бревно, вот это вот э, упитое, которое там, не знаю, и рыгает, и все что угодно, были случаи и рассказывали, но ну, это просто кошмар, конечно. Вот слушаешь и думаешь, ну, обижаешься, а зачем же ты живешь тогда с ним? Что тебе от него? Работать не работает, помогать не помогает. Смысл какой? Единственный смысл это, ну, действительно, что, не знаю, бешенство матки, только вот, знаете, вот пусть хоть какой, но вот лишь бы был, чтобы там потыкаться, я извиняюсь за вульгарность подобную. Но другого я не вижу смысла, почему человек держится, ради чего. Общих детей, вот как у ТВшки, да, не сложилось. Помогать с детьми он ей не помогал. Не, в принципе, ну вот это, да, какой-то там Коля Шумейка помогал ей что-то. Вот этот Серега уже вообще ничем не помогал. Вот ради чего она с ними жила? Зачем? Только ради одного. Все. Не больше, не меньше. Мне вот еще не так давно порекомендовал YouTube канал, в курсе событий называется. Там всякие разные такие истории, что случается, где кто кого убил. Ну всякие криминальные, в общем, такие раз... рассказы идут. Женщина, даже не одна история, несколько. Бьет женщину мужчина, а она продолжает жить. Муж бьет. Я его люблю, вы меня не понимаете. Самое интересное, вот не так давно посмотрела историю, она разводится с первым мужем, потому что он проигрывает в карты, и она такая думает, какой, с какой стати я должна тянуть семью, обеспечивать, работать, а он просто свою же зарплату, то есть не ее деньги воровал, а свою зарплату он проигрывал. И она с ним развелась. А потом она стала встречаться с другим мужчиной, который начал ее лупцевать. И она говорит, вы меня не понимаете, я его люблю, я реально не понимаю. Я еще тогда смотрела, думаю, какая ты глупая, он же убьет тебя. Он раз побил, два поднял руку, побил. Ну и сколько это будет продолжаться? В конечном итоге он просто тебя грохнет, что и случилось. Причем неоднократно. Бил, 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 пока убил. И таких случаев полно. И вот получается, за что? Тише! За что? За что женщина любит этого мужчину? Ведь он в конечном итоге все равно убил. Далее зрители посмеялись над Севкой и сказали, что вся его работа сосредоточена на том, что он работает на памперсе своей матери. Севка тут же быстро выкрутился и сказал, нет, на памперсе для моей мамы работаете вы. Ну, во-первых, не все. Не все, а только те, кто присылает деньги. А те, которые не смотрят рекламу, не просматривают, то ничем они, в принципе, этому каналу и не помогают. Лайки не ставят, комментарии не пишут. Кстати, есть возможность посмотреть видео, даже и не открывая, а просто скачать его и все. И никакого даже просмотра не будет. А остальные смотрят без рекламы, и поэтому. Кто зарабатывает? Нет, это Севка зарабатывает для своей мамы, выкручивается просто, не расстается с телефоном и день, и ночь буквально. Севка говорит, да нет, я вообще-то сижу, развлекаюсь, и деньги мне за это капают. Ну а чего тогда и он, и его мать ноют? Как он пашет? Нет, он даже не так сказал, он сказал, надо, надо е, е пахать, понимаете? Пахарь. А тут получается все так легко, и просто он зарабатывает эти деньги. Знаете, не поймешь. Стали говорить еще плюс и про Надю, что Надя очень продуманная и делает только то, что нужно ей. А, не... а Севка сказал, что «а я делаю то, что нужно мне». Ну, понятное дело, что Надя продуманная. Я, кстати, уже об этом неоднократно говорила в своих обзорах, что... Надя очень хорошо пристроилась. Она, конечно, сделала какие-то вложения, вот точно так же, как и Коля, когда он влился, так скажем, в круг э, друзей Самвела. То же самое произошло. Он потратился на несколько посылок, и все, и теперь он почивает на лаврах. То же самое случилось и с Надей. Она три с половиной года возила сумари, обеспечила их, как-то кормила этими курами, и в конечном итоге что мы видим? Начинается такая конкретная раскрутка. Ну, пусть даже не самого Самвела, то есть не к нему в карман залезла, но в любом случае с его помощью, но она все-таки каким-то образом она добивается помощи лично для себя, пусть даже через зрителей. Очень продуманная. А он делает только то, что нужно ему. То есть он тоже на этом деле зарабатывает. Тут, конечно, у них симбиоз капитальный. Ну что, на этом я обзор закончу. Будем встречаться с вами в следующей части. А пока что я с вами надолго не прощаюсь. Всем пока.